В малом зале кыргызской драмы звучит смешанная речь. Кто-то на английском, другие на кыргызском и русском. Актеры и режиссеры-постановщики готовят премьеру спектакля «Макбет» по одноименному произведению Уильяма Шекспира. На сцене, помимо сильнейших отечественных артистов, актерская труппа лондонского театра «Глобус». Его несколько веков назад основал сам классик Уильям Шекспир. Автор постановки – известный английский режиссер Сара Бергер. Казалось бы, языковой барьер между ней и артистами Кыргызского драматического театра должен был бы сказаться на процессе работы, создав трудности в общении и понимании того, как реализовать задуманное. Но сегодня на этой сцене их связывает нечто большее, чем слова. Я Макбета играю. Макбет – это жертва своих, наверное, желаний, я не знаю. Человек как бы стал жертвой своих желаний. Он хотел стать королем, он хотел править. И вот он совершил убийство и потом не мог остановиться. И все. Мы когда играли, мы понимали друг друга через эмоции, глаза смотрели, через интонацию голоса. И как бы не должно быть барьера. Язык не должен быть барьером. Именно в творчестве и в искусстве, я так думаю. Самая известная и, пожалуй, самая таинственная и жестокая пьеса великого классика – это трагедия преступления и соответствующего наказания шотландского короля Макбета. История о тщеславии и неоправданном честолюбии. Недаром в постановке звучат строки автора: «Кто начал злом, тот и погрязнет в нем». Макбет! Агайши золот! Алтах дегенеме! У пьесы «Макбет» довольно непростая история существования. Вокруг нее ходит много легенд и поверий. Так, например, на родине автора произведения говорили, что в эпизоде с ведьмами Шекспир использовал настоящие заклинания. После чего колдуньи обозлились и послали проклятие на всех, кто будет связан с Макбетом. Между тем, желание представить свою версию великой трагедии на суд кыргызского зрителя у артистов лондонского театра сильнее, нежели суеверия. Нет, мне вовсе не жутко. Конечно, это очень сильная история. В ней мощные эмоции. У нее есть своя энергетика. И у моего героя тоже. Но у меня было огромное желание прожить на сцене его жизнь. Эта постановка настолько живая и настолько актуальная, при том, что написана по событиям 11 века. Для меня и для моих коллег выступление на вашей сцене очень интересный опыт. Шекспировскую пьесу кыргызстанским зрителям до этого не представляли ни в одном из отечественных театров. Однако для того, чтобы осуществить постановку, инициатору Султану Раеву пришлось приложить немало усилий. В 2015 году у меня была премьера в Лондонском театре. Как раз артисты Лондонского театра играли. И в этот момент я познакомился с Сарой Бергер. Она довольно известная театральная режиссер. Работала в Королевском театре и в театре «Глоба» Шекспира. Да? И у нас зародилась мысль поставить произведение Шекспира в Кыргызстане. И потом, значит, нашли общую точку соприкосновения и начали вот этот проект, за этим проектом начали работать. Уже буквально через несколько дней сотни желающих смогут воочию познакомиться с великим произведением, понаблюдать за тандемом английской театральной школы и отечественной, насладиться произведением на языке оригинала, а также оценить экспериментальную версию кыргызско-английского спектакля. Премьера состоится 1 мая. Сабина Дамаскина, Асхат Ибраимов, НТС.